Нежные воздушные булочки с изумительно вкусной начинкой украсят любое чаепитие. Не торопитесь, дайте тесту время хорошо подойти, не увеличивайте количество дрожжей, начинка очень вкусная и ароматная. Можно готовить такие булочки не только с грушами, но и с яблоками. Например, в начинку можно добавить любые сухофрукты и ложечку коньяка для аромата. Удачи! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Просейте муку, добавьте соль и дрожжи, перемешайте, влейте теплое молоко, добавьте сахар, яйцо, размягченное сливочное масло и замесите нежное тесто. Дайте ему увеличиться в объеме в теплом месте в 3 раза. Я замешиваю тесто в хлебопечке, но и вручную оно получается отлично. Пока тесто подходит, займемся начинкой. Груши нужно очистить и нарезать кубиками, изюм замочить в теплой воде, промыть и обсушить. На сковороде растопите масло и выложите груши и изюм, добавьте лимонный сок и сахар, по желанию можно добавить мелко нарубленный имбирь, тушите, изредка помешивая, до золотистого цвета и испарения лишней жидкости, затем начинку остудите. Подошедшее тесто обомните и разделите на 4 части. Раскатайте каждую в круг и разрежьте его на 4 части, сделайте 3 косых надреза по бокам, выложите в середину немного начинки, свободно накройте сначала одним краем, затем сверху вторым. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Уложите булочки на противень с пергаментом и дайте растаяться минут 15, накрыв булочки полотенцем, затем смажьте верх булочек лицом, размешанным с молоком и сахаром, выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки. Готовые булочки смажьте сверху сливочным маслом и дайте остыть под полотенцем. Перед подачей посыпьте булочки сахарной пудрой. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты. Молоко, 200 мл, тесто, все продукты ниже, яйца, 1 штука, сахар, 3 столовые ложки, масло растительное, 3 столовые ложки, масло сливочное, 30 грамм, мука пшеничная ВЭС, 400 грамм, соль, 1/2 чайных ложки, дрожжи сухие, 1 чайная ложка, груши, 3 штуки, начинка, все продукты ниже, изюм, 50 грамм, лимонный сок, 2 столовые ложки, сахар, 2 столовые ложки, масло сливочное, 20 грамм, имбирь свежий, 2-3 ломтиков, количество порций, 1/6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Еще увидимся.